Хэйоги, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Avalon 2. Так, я поменял кнопочки, короче, на единицу у нас атака. Не знаю. Вот что имелось в виду под названием меню. Короче, на шестерку у нас теперь меню, это стрелочки, где внизу, сбоку, там. Так, хорошо. Ну, теперь просто попроще у нас будет все действовать. Так, траву ломаем, потому что там, скорее всего, могут быть денежки. Денежки нам с вами нужны. Там большие деньги. Много денег. Блин, и враги, и кусты, и они снова и снова появляются. Ты можешь на бок кидать? Нет. Не может. Злой камень. Так, хпля. И у меня два варианта, куда идти. Давайте в эту сторону. Блин, плохо. Ладно. Вы получили зеленая жижа. Фу, какая липкая. И что ты даешь? Коллекционная звездочка. Теперь у вас их 30. Зеленая жижа. Фу, какая липкая. Да, тут походу есть карточки вон снизу. И артефакт или что это, я не знаю. У нас здесь будет еще два помощника. Там у нас был только один помощник, это ведьма. Да, девка вот эта. А здесь у нас теперь даже два. Какие-то запчасти. Да, тут есть карта, где звезды, камни и руда. А руда там очень сильно похожа из другой игры. А, не помню, кто как называется. Но не суть. Так, ладно, камушки, которые показывают мне, что мне нужно идти туда. Я слизняков убиваю с одного удара, да? Туда можно как-то попасть, но мне нужно, походу, магия или что-то типа того. Мы добрались. На этом месте тебе... Так, нашел мой отец. Осторожно! Я вижу демона на поляне. Что они здесь забыли? Они не выглядят дружелюбно. Давай спрячемся. Это он. Слива. Вишня, ты уверена, что это Манжелит? Записи профессора Гира однозначны на этот счет, Вишня. Если мы активируем этот Маджили, то сможем воспользоваться огромнейшим количеством энергии Маджи. Это точно, Маджилит? Я видел похожее много лет назад, но тот был сломан. Нам непременно нужна энергия из этого Маджилита. Согласно записям профессора Гира, энергии из лесного хранителя будет достаточно, чтобы его активировать. Так, хранитель долгого времени был в спячке, поэтому сейчас он ослабел. Мы с легкостью его победим. Скоро я отомщу этим гнусным людишкам. Готовьтесь вызвать хранителя. Шимки, это ужасно. Если не разбудят лесного хранителя, то он нападет на мою деревню. Мы должны что-то сделать. Считаешь, что мы должны остановить их? Это рискованно. Может, нам лучше... Так, предупредить кого-нибудь? Но у нас нет времени. Хранитель! Он проснулся. Берегитесь! Он намного сильнее, чем мы ожидали.
Пусть он слабеет, пока разрушает деревню. Затем мы вернемся и прикончим его. Только не это, Шимки. Если мы ничего не сделаем, то оно нападет на мою деревню. Мы должны попробовать остановить его, пока не стало слишком поздно. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Я помогу, просто не делай поспешных движений, хорошо? Вау. Вау, вау, вау. Да. Да. Мамать. Ну смотри, в принципе, босс сам по себе он несложный. Готово. То есть, короче, чем ближе, тем больше урон. Хорошо, запомню. Level up. Мажили так сияет. Я такого раньше никогда не видела. Об этом говорили демоны? Здесь что-то написано. Lorem Ipsum Dolor Sit Emet. Он так ярко светится. Что это значит? Вау. Вот этого точно в игре не было. Временной портал. Да, это временной портал. Что? Что-то вообще произошло? Я чувствую себя по-другому, меня детализированный. А ты, Шимки, чувствуешь то же самое? И где это мы? Похоже на так. Вчера книжный лес, но здесь что-то не так. Хотя, может, это все мое воображение. Неважно, демоны хотели напасть на мою деревню. Мы должны так пойти туда и всех предупредить. Ты как, сможешь найти дорогу обратно? Да? Хорошо, я тебе доверяю. Пошли. Так, ну да, это получается тоже управление временем. Так, сохраняемся. И опять у нас развилки, да? У нас с вами есть развилочки. Развилки, развилки. Давайте, наверное, сначала я в эту сторону пройду. Так. Раз, два. Так, 119 монет у меня. Это взаимодействие? Да. Еще один сейф. Подождите, куда мне нужно идти? Мне все-таки сюда нужно было идти? Если так, тогда давайте вернемся и... Блин, я запутался. Просто здесь, походу, две дороги. Или это дорога к сундуку? Да, это дорога к сундуку. Да, еще одна звездочка. Еще одна звездочка. Так, древесину мы с вами уронили, в принципе. Мы можем теперь пройти там. По этому плотику. Как видно, враг этот начинает просто вращаться в нашу сторону. Нам, если что, вниз идти, а мы сюда поднимемся. Хотя, может, да, он плюется. Он просто так бегает, оказывается.
Кажется, он просто так делает. Так. Да. Ладно, хотя бы из растений что-то падает цены. Монетки. Мне интересно, сколько вообще мне денег... Воу-воу-воу. Подожди, то есть все камни будут быть с плохими? Я правильно понимаю? Так, на всякий случай, пока тут пускай побудет. Так, мне на ту сторону, да, нужно? Да какого черта ты мне цепляешь? Это другая тропа. Если я использую эту девчонку на камне, она сломает камни? Или мне нужен второй помощник? Да, мне нужен, походу, второй помощник. Я просто сюда уже больше не вернусь, поэтому... Окей. Или мне что-то нужно все-таки сделать другое. Теперь тут все понятно. Так, там прохода у нас нету, здесь пустый раз. Что это было? Меня либо что-то ударило, либо что-то типа того. Почему он цепляется головой по врагу? Это странно. Так, мы выбрались из леса. Это... На, точно, деревня же еще все еще нету, да? Вот это вот интересно, что за херня. Походу, нужно использовать какую-то магию, льда, либо что-то того. У меня такого нету. Но у меня такого еще нету. Так, зато тут есть сундук. Понятное дело, это звездочка. Блин, ну, мы все равно и просто изучаем карту, поэтому можем полазить. Так, это плохой камень. Там у нас ничего нету. Плохой камень. Нет, хороший камень. Типа мост тот же, но она не понимает, где все, да? Моя деревня, где она? Мой отец! А мои друзья? А они все пропали? Мы должны сохранять спокойствие. Это должно быть логическое объяснение. Мой отец всегда говорил, что всему должно быть логическое объяснение. Надеюсь, что он был прав. Как будто моей деревни никогда и не было. Шинки, ты знаешь, что могло случиться? Да. Серьезно? Но это обнадеживает. Должно быть, это результат нашей битвы с Хранителем. Возможно, они укрылись в горах? Тогда поспешим туда, и я уверена, что все живы и здоровы. Не нужно было ее с собой не брать. Вот, житель, алло. Кто это у нас здесь? Так, сюда редко кто забредает. Вы пытаетесь сбежать от войны, верно? Нет. Так, наверное, вы бежите от чего-то еще. Кто-то важно... Там,
Тут вам ничего бояться. Мы далеко от всего этого хаоса. Именно поэтому я решил остаться здесь. Странно. Он немного напоминает мне отца. Но он все равно не из моей деревни. И он вряд ли знает, почему она исчезла. Эй, Шимки, не обращай на него внимания. Война давным-давно закончилась. Наверное, он немного того... Мне кажется, вот что нет. Ну, блин. Я решил остаться здесь. Давай, давай, быстрее. Мы пойдем с тобой сюда сначала сходим. Монеточки заберу. У нас уже до хера монеточек. Так, здесь тропинка. И здесь у меня уже тропинка заканчивается. Так, враги на нас еще не нападают. Флотиком я стать не могу, да? Блин, ну мне только сюда. А это что хотя бы за место? Ущелье Гризли. Так, возвращаемся в эту игрулю. Гризли меня ёбнуло. Это норма. А оно ваншотит их. Вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Довольно, когда я не такой же... Ох ты же, бля. И, типа, пытайся угадать, будет на тебя прыгать, либо пулять херню, да? Я типа призрак макаки. Ага. Монетки хп. Да ё-моё, атакуй ты паука! Я сейчас паук грохнет. Отлично. А, я еще и рычаг нажал. Притом при этом. Сейчас мы и с медведями разберемся. Готово. Блин. Давайте я все-таки сюда зайду. Заберу листики с монетками. Еще одиночка. И паук. Готово. Так, сразу заряжаем атаку. Блин, я думал, я еще и заднего медведя задел. Ну сколько ему нужно? 3 атаки. Да, 3 атаки, чтобы победить. Этим 2 нужно. Блин, херово то, что меня отталкивает. Это довольно сильно мешает. Только через деревья, да? Да. Только через деревья. Сразу заряжаем атаку. Я не понял, почему он вошел сюда без заряда. Прикола не понял. Ладно. Пст, ну что это за бред?
Это довольно идиотский способ. Блин, камень, то, что он отталкивает. Так, сюда ведь, да? Да. Ну, на самом деле, это тяжко. Вот вы думаете, это легко, а вот это нихера не легко. Так, можно ли вот это щит... Блин, а у меня должны быть бомбы или что-то типа того? Интересно. Скорее всего, да, чем нет. Да. А, блин, я... Скорее всего, здесь нет таких секретов, как в той... Да, но сбрасывается. Так, походу, сейчас будет типа босса. Я правильно понимаю? Это шипы? Нет, это не шипы. Она... Камнепад. И это меня может убить. У-ху-ху. Ладно. Хил. Помогать. Ну нет. По идее, одно попадание по мне труп. По факту это сложечно. Блин, я по идее... О, все, две тычки. Два камня я смогу пережить. А, то есть ты вообще не открываешь сам? Да уж. Да, я умер. Да уж. Ладно, сейчас убью. Просто нужно побегать немного, переждать. Вот и все. Главное осторожность. 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 Но, блин, я понимал, что это ловушка, потому что здесь череп. Смотри! Мастодонт. Я думал, что они все погибли из-за глобального потепления. Как жаль, что он перекрыл нам дорогу. А, знаю. Использую-ка я браслет огромной силы, который продал мне на днях один торговец. Я мигом сдвину нас... Так. Мастодонта с пути. Хороший браслет, купленный у челика. Не получается. Неужели этот торгаш продал мне дешевую поделку? Безо всякой магии. Если я его найду, он пожалеет, что вообще связался со мной. Ну все, мои идеи иссякли. Оставлю это на тебя, Шимки. Шимки, Шимки. Я использую тебя. Сейф. Заряд. Типа здесь будут такие головоломки. Ну, сундук. Со звездочкой. А, вот что это был за звук, да. Вы получили ориконовая руда. Невероятно редкая руда для изготовления мощнейшего снаряжения. Вау. А здесь, оказывается, теперь у нас есть кузница. Я сейчас вспоминаю, была у нас в той серии кузница или нет. Ну, в первой части игры. Ааа.
Так, как мне попасть туда? Да. Ну да, куда я бью, туда он и бежит. Легко, простейшее, что может быть, ты этого, это легко быть. Я теперь точно не понять, что мне делать. Кажись, я попасть в ловушка или нет? Подожди. Подожди-ка, подожди-ка. Ну, его обратно сюда нужно забить сейчас. Потом мне нужно идти... Блин, ну... Вот сюда вот. Нужно было сначала с этим разобраться, потому что с тем. Потому что мне нужна дорога. Вот какие головоломки, да, здесь у нас. Какие ж тут головоломки сложные. Передвинка, я наберу тебя. Так, он там закрыл путь. А, это, знаете, игра, где мне нужно за толчки передвинуть мамота в квадратике. А, были такие игры на телефоне. Так, как бы так, чтобы не тупануть еще при этом. Но он потом никуда не пройдет, да? Да-да. Ага, он туда бежит, хорошо. Блин, мне его только в обратку придется бить. Главное то, что я не могу никак передвинуть его больше никуда. Так, сюда я шмот. Нет, не могу подойти. Плохо. Если вот так бочком ударим. Не. Он никуда не движется. Какой шанс того, что я застрял? Ладно, давай бочком сюда вот. Да, можно все, хорошо. А здесь так не работает. Нифигали. Исфигали. И что мне делать? Блин, ну. Вот только теперь как мне... Блядь. Я неправильно сделал. Нужно было этого не трогать. Да. Ладно. Придется выталкивать их.
прочь отсюда. Нужно тебя, да, сейчас перекрыть. Ладно. Окейшки. Мне нужно сейчас передвинуть нижнего мамонта в бок. Вот этого вниз. Так, я просрался. Тебя вверх. Тебя вверх. Тебя вниз. Тебя в бок. И тебя сюда. Так, готово. Окей. И путь открыт. Сейфчик. Так, короче, я думаю, нужно на этом, наверное, закончить. Поэтому давайте на этом остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.